Эта девушка будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Сочи. Вот только спортом Марина Яковлева вовсе не увлекается. Она певица и будет выступать на торжественном открытии. Сейчас Марине всего 19, но она уже добилась успехов. Крышки ее фортепиано не хватает, чтобы уместить на ней многочисленные кубки и награды. После победы на песенном конкурсе в Сочи организаторы объявили, молодая певица Марина Яковлева будет петь на торжественном открытии Олимпиады 2014 года. Это был шок, но потом уже я свыклась с этой мыслью. Но я особо не радуюсь, потому что нужно к этому идти, нужно постоянно готовиться к этому. То есть сейчас я пока я не умею петь, я только учусь. Учиться петь дальше она будет уже в Тюмени. В этом году Марина поступила на бюджет в Академию искусств и культуры сразу на два отделения – эстрадного вокала и режиссуры. Как у нее получится совмещать выступления на конкурсах вместе с очными и заочными выступлениями, Марина пока не знает, но очень постарается.